Ленточку перерезаем. МПЦ заработал. Ура! Ура! Новый многофункциональный центр открыли в микрорайоне Левобережный. В первый же день за получением услуг сюда пришли десятки жителей. Сегодня работу нового МФЦ проверила заместитель главы городского округа Елена Дегтева. Она также ответила на вопросы химчан, связанные с работой центра «Мои документы», и отметила, что сделать дополнительный офис в микрорайоне Левобережный было приоритетной задачей. Мы знаем, что транспортная доступность и соединение микрорайона с основной частью химок очень затруднительно. Здесь люди, поступало от них большое количество жалоб, потому что добираться не так удобно, это занимает время. И для нас было прям приоритетной задачей для главы городского округа найти муниципальное помещение для того, чтобы организовать здесь жителям МФЦ. Сейчас в МФЦ на улице Зеленой, 4, доступны больше 300 услуг. Выписки из домовых книг, биометрический паспорт, прописка и многие другие. Жители также попросили организовать здесь офис единого расчетного центра. Обращение администрация возьмет на контроль. Всего же с начала года в Химках открыли 5 многофункциональных центров.